обстановке, в здании администрации, выразить свою огромную благодарность за участие предприятий, организаций, учреждений, которые вложили личный вклад, вклад своих компаний в подготовку проведения самого главного праздника для нашей страны, для Великой Победы. У нас накануне и 7, и 8, и 9 у нас работало несколько площадок, у нас была координация действий всех, и, конечно, все гости, которые побывали на нашем мероприятии, гости федерального уровня, губернатор нашего региона Александр Юрьевич Дрозденко, конечно, оценили наш вклад, нашу подготовку, ну вообще качество мероприятий. Поэтому сегодня я вот с большой гордостью, с глубоким уважением хочу вручить благодарности тем предприятиям, компаниям, которые были с нами, работали 24/7 последний месяц. Мало кто знает, но организаторы этого мероприятия, те организации, которым пришла идея вообще в голову провести данное мероприятие именно в этой локации, чтобы подарить День Победы нашим русским, русскоязычным жителям сопредельной страны. Проходите, пожалуйста. Вот. И это университет, Государственный университет юстиции, это Следственный комитет Российской Федерации. Был сделан запрос в администрацию президента по охвату этого мероприятия, вообще сколько людей так или иначе посмотрели это мероприятие в социальных сетях, на федеральных каналах, радио и все возможные источники информации. Так вот, охват нашего мероприятия 178 миллионов по всему миру. 178 миллионов так или иначе посмотрели, что мы с вами смогли сделать. И я думаю, что я могу только предполагать, я не знаю, наверное, больше охват был от аппаратной Красной площади 9 мая, это именно в этот день.